Наши предки, которые уже приехали во Францию, вот этот долг, это невозможно его вернуть. Да? Вот эти ребята, они говорят, вот, слушайте, вы все богатые, потому что мы работали, мои предки работали. И что появится? Что происходит? Ислам появится, и есть, опять, вопрос не в исламе, вопрос в том, что есть сегодня ряд людей, которые используют ислам как инструмент для того, что раскрутит вот эту вот этот, агрессию. Да, 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 и есть. Эти люди чувствуют, что это может быть и подход, это потому да. что какой